Буксировка техники на жесткой или гибкой сцепке должна осуществляться при наличии машиниста, водителя, за рулем буксируемого транспортного средства, кроме случаев, когда конструкция жесткой сцепки обеспечивает при прямолинейном движении следование буксируемого транспортного средства по траектории буксирующего. При буксировке на гибкой сцепке должно быть обеспечено расстояние между буксирующим и буксируемым транспортными средствами в пределах 4-6 метров, а при буксировке на жесткой сцепке не более 4 метров. На гибкое связующее звено должно устанавливаться не менее двух предупредительных устройств в виде флажков или щитков размером 200 на 200 мм с нанесенными по диагонали красными и белыми чередующимися полосами шириной 50 мм со световозвращающей поверхностью. Не допускается буксировка транспортных средств, у которых не действует рулевое управление. Допускается буксировка методом частичной погрузки. Двух и более транспортных средств. Транспортных средств с недействующей тормозной системой, если их фактическая масса больше половины фактической массы буксирующего транспортного средства. При меньшей фактической массе буксировка таких транспортных средств допускается только на жесткой сцепке или методом частичной погрузки. В гололедицу на гибкой сцепке. Также буксировка запрещается двухколесными мотоциклами без бокового прицепа, а также таких мотоциклов. При буксировке на гибкой или жесткой сцепке не допускается нахождение людей в буксируемом автобусе в кузове буксируемого грузового автомобиля. При буксировке путем частичной погрузки не допускается нахождение людей в кабине или кузове буксируемого автомобиля, а также в кузове буксирующего автомобиля.